Что, друзья, привет. Опять я без заранее подготовленного текста. Расскажу просто сам факт. Есть камера Sony HDR-S300 в наборе Box. И вот такая вот одна клипс. Все прибамбасы к Sony. Очень дорогое удовольствие. Я уже заказал на AliExpress все это знави, переходник на GoPro, вот, и все заказал. Но когда это все придет, во, а испытать ее уже хочется под водой. Ну, закрепить как ружье на изоленту, думал, не получится. Вот, будем что-то пробовать испытывать. Покажу вам. Сам был в Метизах в магазине, купил польские такие уголки, жестяные, покрашенные. Один больший, другой меньший. Это все так, для испытания. Была мысль, что можно к ружью хорошими хомутами присобачить. Вот, еще по диаметру, по ходу резьбы взял два болтика и взял шайбы. Шайбы прорезиненные, чтобы если можно было увеличить. Ну, не увеличить, пригодятся. Болтики по резьбе подходят только вот такой вот длины. В принципе, очень длинные. Но по резьбе только такие подходят. Можно обрезать. Но сейчас что-то будем мудрить, покажу вам все. Ну и естественно, как без нее, без белой изоленты. Ну вот, начиная испытание с меньшего уголка. Что мы сделали? Выровняли молотком. Здесь плоскость, здесь мы сейчас обрежем. Эта часть пойдет к ружью. Я ее чуть-чуть выровнял. И вот так вот по скалупчиками. Конечно, полный колхоз получается. Но завтра ехать на охоту. А камеру очень хочу закрепить. Вот так чуть-чуть загибаем, чтобы она обнимала ружье. Ну что, коллеги. Обрезал я этого болта. Кстати, про него сразу хочу сказать. Он здесь с насечками. Консультант, как только увидела, что мне под фото-видеоаппаратуру, сразу же повела болты, говорит, у нас с этой резьбой только, ну, вот такие вот длинные. Я обрезал, все закручивается. Специально купил вот такие прорезиненные шайбы, чтобы, ну, не поцарапать. Вот. К чему мы пришли. Вот моя зелинка с моим старым китайским фонарем, который служит уже добрых лет 10. Светодиод, правда, уже поменял. Вот. Сделали мы эту конструкцию. Я очень хочу, чтобы в кадре не было видно наконечник. Поэтому попробую закрепить где-нибудь здесь камеру. В принципе, система вся такая. Наша старая добрая изолента прикручивается вот так вот. Конструкция довольно-таки жесткая, но в принципе при желании можно подправить. Так, и что, какая моя идея была, что мы дальше делаем? Вот, в принципе, бокс. Замок тут трошки укоротил. Видео растягивается. Так, тут под шестигранничек. Все можно затянуть. Резиночка. Ну, кстати, здесь можно прокладку тоже дать. Двигать камеру я, естественно, не буду, потому что это, вы сами понимаете, что это колхоз такой. Сугубо завтра попробовать проверить камеру под водой. Вот, затянулась. Затянулась. И как-то вот так вот мы завтра будем это все дело испытывать. Но сейчас, судя по всему, придется срезать эту изоленту с-под фонаря, прикрутить вот так вот. Ну, посмотрим завтра, что будет. В принципе, покажу еще, как это уже с камерой будет стоять. Ну что, предварительно получилось вот так. В принципе, не скажу, что это совсем плохо. Все надежно. Еще не гнется, жестянка, в принципе, неплохая. Что смешно, болт настолько модный, что шестигранника я у себя не нашел.
какой-то между 4 и 5. Пришлось, вот хорошо, что в наборе такая звездочка была, то подойдет сюда, в принципе, затянуть. Сейчас все, что я сделаю, вставлю камеру в бокс, попробую снять на улице. Просто я могу путем подъебания вот здесь выставить так, чтобы камера снимала больше-меньше то, что куда смотрит наконечник. Вот, ну, в принципе, все. Затяну. Кстати, шайбу я переставил отсюда сюда, чтобы бокса не терлась. Ну, чтобы бокс не терся резиночкой кверху. Вот. Эту шайбу использовал. Вот. Хода резьбы хватит. Ну, так. Завтра покажу.